сила вас услышит, пусть нашу песню противники слышат. Синий угол. Дмитрий Синягин, клуб смешанных единоборств «Рок», Россия. Возраст 28 лет, рост 171 сантиметр, вес 70 килограммов. Мастер спорта по комплексному единоборству. Дмитрий Синягин, синий угол. За наше святое вечное пламя. Итак, в этом финале встречаются красный угол Павел Николаяня, Беларусь. Синий Дмитрий Синягин, Россия. Рекламный бой, 3 раунда по 2 минуты. Бойцы на середину. Читаем правила. Слушаем мои команды. Покажите красивый бой, удачи. Первый раунд. Первый раунд завершен.
Да, еще раз. Опа! Второй раунд завершен. Напомним, в этом бою встречаются Красный угол, Павел Николаеня, сборная силовых структур Республики Беларусь, Синий угол, Дмитрий Сельнягин, клуб смешанных единоборств «Рот Россия». Павел Николаеня, белорусский боец, младше российского бойца Дмитрия Сельнягина на 7 лет. Белорусский боец выше на 7 сантиметров. Вес у бойцов одинаковый – 70 килограммов. Третий раунд. Да, я работаю.
Бой окончен! Клуб смешанных единоборств «Рот», Россия! Для вручения наград, для награждения бойцов я приглашаю в ринг генерал-майора Сергея Александровича Щербакова! И также в ринг приглашается бронзовый призер, представляющий Академию спортивных и прикладных единоборств, Ринат Серазиддинов. В этом бою единогласным решением судей победу одержал синий угол Дмитрий Синягин. Клуб смешанных единоборств «Рот». И таким образом, пьедестал почета, весовой категории 70 килограммов, Кубок Альфа выглядит так. Бронзовый призер Ринат Серазиддинов, Академия спортивных прикладных единоборств. Серебряный призер Павел Николаиня, сборная силовых структур Республика Беларусь. Дмитрий Синягин, клуб смешанных единоборств «Рот», победитель. Награждает Сергей Александрович Щербаков, генерал-майор. Сергей Александрович, может, несколько слов? Нет, Сергей Александрович говорит, я лучше награжу. Бронзовый призер Ринат Серазиддинов. Серебряный призер Павел Николаиня, сборная силовых структур Республики Беларусь! Показал их в финале красивый и достойный бой. И победитель! Клуб смешанных единоборств «Рот», Россия, Дмитрий Синягин! Сергей Александрович, фото на память. Ваши аплодисменты! Это была весовая категория 70 килограммов. Третий бой сегодняшнего дня.